26 июня в правительстве Омской области лучшим специалистом по работе с молодежью была вручена премия губернатора по итогам работы за 2017 год. Почетные награды вручил исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков. Мы с вами все делаем одно общее дело. Работаем на молодежь нашего региона. Наша с вами задача, чтобы молодежь оставалась в Омской области, могла найти применение себе, самореализоваться. Самое главное, чтобы она могла стать успешной у себя, на своей родине. Вот. Я хотел бы поблагодарить вас за ваши проекты, за вашу работу, за ваш труд, в какой-то мере креативный, потому что вы выделяетесь по сравнению с другими участниками. Престижную губернаторскую премию получили 6 лауреатов. Размер премии составил 57,5 тысяч рублей. Уже более 3 лет в Омской области я волонтер и активно работаю с молодежью, с детьми школьного возраста, со студентами. Мы работаем в гражданско-патриотическом воспитании и считаю, что вносим большой вклад в работу именно в молодежной политике. Мы ведь просто каждый день делаем свою любимую работу. Даже это нельзя называть работой, потому что, ну, когда ты вот в сфере молодежной политики с друзьями, с товарищами, у тебя просто генерируют различные идеи, и ты пытаешься их осуществить в проекты, в мероприятия. Всем приятно, когда твой труд оценивается, и, естественно, хочется дальше работать и придумывать новые проекты и реализовывать их. После торжественной церемонии лауреаты премии поделились своими идеями по работе с молодежью. В частности, речь зашла о ритме. Было высказано пожелание сделать популярный молодежный форум более частым явлением. Глава региона и министр по делам молодежи Дмитрий Крикорянц обещали поддержать задуманные инициативы.